Написано Юзом Олешковским, известным человеком, писателем, поэтом, гражданином. И подарено мне, в общем-то, я первый исполнитель, 22 года тому назад она была записана в Нью-Йорке на диске. Это «Окурочек». Из Колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. Я увидел окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес изорвал мой бушлат. «Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Баб не видел я года 4, ну и вот, наконец, повезло. А как урочек, может быть, сто четыре, диким ветром тебя занесло. И жену удавивший Копалин, и активный один пидорас, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, падла, любовь свою вкрутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты ж во Внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пронестись надо мной. Честь твою зажигал я попойки, всех французским поил коньяком. Сам балдел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого парня, не до грусти водами червей. Закатал я и шмотки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурок, никого не кляня, не виня, но зато, господа из влиятельных урок, за размах уважали меня. Шел я к вахте босыми ногами, как Христос, и спокоен, и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Негодяй, ты на воле растратил 1 000 000 на блистательных дам. Это так говорю, гражданин надзиратель, только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.